Раз-раз, пойдет. Добрый вечер. Приветствую вас, сильный духом, дошедшие сегодня в этот тяжелый понедельничный вечер до этого замечательного клуба. Вас ждут удивительные события сегодня. Это ансамбль Codes Notes в своем, ну, практически классическом составе секстета. С одним, во-первых, с отцом, с основателем на контрабасе Владимир Кудрявцев. Он приехал к нам специально из Парижа. Барин из Парижа приехали. Кроме всего прочего, будет специальный гость Алексей Андреев, гитара. Ну, специально из Бирюлёва приехал. Вы знаете, из Бирюлёва довольно сложно выехать. И там, ну, транспортные всякие проблемы, визы нужны. Прочее. Бирюлёва. Вот. Бирюлёва. Еще у нас есть в составе, вы знаете, у нас есть кларнетист Андрей Бессонов. Он сегодня не смог, прислал трубача. Шутка. Замечательный совершенно Юра Севастьянов на саксофон. Илья Галков, тромбон. Мы решили, поскольку что-то как сегодня начинается играть, решили в обратную сторону будет происходить концерт. Сначала начнется с представления музыкантов. Они все равно уходят, их представляешь, они уходят. Нет, тут вот кого-то тянут. А кого говорить? А кто у нас еще есть? А еще Петр Талаев. Петр! Петр, выйдите на сцену, пожалуйста. Петр на Дарбуке. Сегодня у нас Петр с Дарбуком. Он готовится к исполнению программы сефардской музыки через скорости, поэтому он перестал. Носит с собой везде Дарбуку и тренируется. Все? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. На данный момент все. И еще через некоторое время нас ждет сюрприз. Специально. Тоже из Франции. Сюрприз. Сюрприз из Франции будет чуть позже. Codes Notes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Здравствуйте, сегодня с нами еще есть Юг Ван Сам, виолончелист из Франции, виолончелист и импровизатор. Мы уже сыграли несколько концертов в Москве и Дубне. Вот, и пользуемся просто этой возможностью еще раз поиграть вместе, потому что мы как-то вот с удовольствием играем вместе. У нас есть записанный материал, который в этом году, скорее всего, выйдет вместе вот с Григорием. С Григорием и с несколькими французскими музыкантами. И еще хотелось бы сказать, что с нами сегодня Алексей Андреев, который к нам присоединяется периодически, что очень приятно. И хочу поздравить его и нескольких других участников God's Note с выходом спектакля «Финажель», который называется «Лете», как лето, которому была написана музыка. Вот, участвовали в этой затее Гриша Сандомирский, Маша Лагафет и Алексей Андреев, который очень полюбился французским артистам и зрителям в записи, правда. Я поздравляю с выпуском этого спектакля, который вышел в марте месяце, буквально вот совсем недавно. Вот, пожалуйста, Юг Ван Сам. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Владимир Кудрявцев. Петр Коловай-Карабан, Гавел Кохрамбон, Мария Богачева, скрипка, Ирина Севастьяна, саксофон, Алексей Андреев, гитара, и Юг Вансон, виолончель. А, мы здесь прибыль сюда есть. У нас остались еще копии второго диска God's Notes 2013 года. И еще вышел один диск компании Саунддрама, Московского театра Саунддрама. Его можно тоже сегодня купить по случаю. Скоро не будет. Есть несколько копий всего со мной, но они все уедут куда-нибудь и будут. И будут не для продажи. Вот. Это музыка для театра, которая была записана между 2000 и 2004 годом, выпущенная только что, то есть спустя 10 лет. И еще у меня одно очень важное объявление. Этот концерт Юга в Москве, то есть это как бы не концерт Юга, у Юга будет концерт большой, практически, частично даже сольный. Потом в дуэте с электронщиком Алексеем Наджаровым, а также большим оркестром God's Notes во втором отделении, где будут принимать участие Алексей Круглов, еще музыканты группы Архангельск. Ну, в общем, я даже затрудняюсь вспомнить. Олег Моряхин. Олег Моряхин, тра-та-та. И это будет 23 числа в клубе «Дом», вот буквально в эту среду. Очень всем рекомендую сходить. У меня есть, сейчас я их внесу, с собой такие флаеры, которые дают возможность туда войти с определенной скидкой. Вот, флаеры очень красивые сами по себе, то есть они вам не помешают. Кроме всего прочего, они вам еще и помогут, если вы захотите прийти на этот концерт 23 числа. Я действительно очень рекомендую, потому что очень интересный музыкант. Мы вот три концерта здесь играем в Москве в самых разных сочетаниях. И каждый просто не раскрывается все сильнее и сильнее, вот эта вот красота. И вот я думаю, что в среду будет вообще специфическое зрелище, слушалище. Вот, а спасибо вам большое, спасибо. Остался, собственно, последний концерт в доме 23 числа, последний концерт в Москве. Еще мы сыграем один концерт в Санкт-Петербурге, в ГЭЗе, в трио. Маша Лагофет, Юга Ансан и я. Мы тоже ждем этого концерта. Мы это трио уже тестировали. Это работает хорошо.